Так, всем привет, всем привет, всем привет, друзья мои хорошие. Сегодня у нас группа, которая меня позавчера довольно сильно удивила. Вы заметили, да, что меня все удивляет? Так, ну, это группа Винтаз. Да, недавно они подписались на мои соцсети, я такой думаю, надо посмотреть, что за группа. Послушал их прошлую эпишку под названием Solar. И был крайне удивлен. Хорошая прогрессивная кор-музыка, прям кайф. Прогрессивный металкор, вот, я бы сказал. Еще мне очень понравилась лирика. Серьезно, она кайфовая. Что еще можно сказать? Ну, у нас сегодня их прошлый сингл Night Bloom. Вот. Ночное цветение. Вот. Будем слушать. И я скажу свое мнение про их новый EP, который вышел 27 октября. И все, что еще. Поделюсь мнением о треке. Поехали. Так. Слушай. Короче, поехали. Слушай. Винтаз. Хорошая. Красиво, очень красиво. А гитарки напоминают волчка. Не знаю почему. Показалось. Мне нравится очень такой звук, мне нравится, как такое настроение придает песни. Ну,
Так, друзья мои, хорошие, сейчас будет вставочка, да, и мы вернемся. Я немножечко в шоке, да? Песня грустная. Если вы заметили, у нее такое настроение, такое драматичное, такое грустное. Так, что по песне? Очень красиво, серьезно. Я просто не знаю. Это очень тяжело, на самом деле, сказать. Сейчас. Подумать надо. Я пытаюсь прийти в себя. Очень, сказать, душераздирающее, я бы сказал. Так немножечко цепляющее. Даже настроение немножечко, знаете, упало. Вот. Песня очень красивая. Я очень люблю, на самом деле, такие треки, которые передают с помощью вот этого тяжелого инструментала, вот этих криков, всю боль, которая накопилась там где-то в сердце, и это очень классно передано в этой песне. Вот. Приятный чистый вокал. Он очень атмосферный, кстати. Вот. И когда ты его слышишь, вот, идет туда тяжелая часть, и тут вдруг не врывается, а аккуратно тебя начинает к этому готовить, к этому чистому, и он появляется. Ты буквально плывешь, вот чувствуешь эту агонию, вот всю. Ты просто плывешь, наслаждаешься. И это классно. Серьезно. Пайпишки, что могу сказать пайпишки? Она вся в таком виде, там три трека полноценных и две интерлюдии, которые, собственно, олицетворяют. Вот у нас лунар, да? Moonlight, Moonfall. Типа, луна восходит, луна заходит. И три песни, да. Все они выдержаны в одном вот этом темпе, вот что и Night Bloom. У нас тяжелые куплетики с красивым чистым вокалом и атмосферным инструменталом. Ну, обычный прогрессивный металкор. Вот. Просто настроение, мне нравится оно. Оно немножечко, оно грустное такое, но заставляет задуматься, заставляет некоторые вещи переосмыслить. Я люблю такие песни очень, на самом деле. Они помогают. Они помогают просто... Вот как это? Помогают душе, я бы сказал. Да еще и лирика такая прям очень цепляющая. Ну, что, был с вами Джейсон... Что-то у меня сейчас настроение. Хочу послушать опять этот EP. Ладно, с вами был Джейсон Минч. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Всем пока.